Суть акции проста. Дозваниваетесь в эфир, угадываете слово, и вуаля, подарок в кармане. Сертификат на покупку собачьей кошачьей радости в магазине «Все для животных». Финальная игра состоялась практически в канун Нового года. 3000 рублей. Подарок от доброго Деда Мороза для любимого питомца. Наша постоянная слушательница с легкостью отгадывает животное слово. Вы это сделали! Ура! Да, действительно, сегодня было такое сложное слово, как «пуходерка». Любые пуходерки можете найти в сети магазина «Все для животных». Спустя несколько часов команда любителей животных во главе с диджеем радио «Европа плюс Орел» Анной Калмыковой спешит к нашим друзьям и партнерам. Победительница Елена и не ожидала такого суперприза. Ну, мы как партнеры вручаем тот самый скромный сертификат, который обещали, но не совсем скромный, на определенную сумму, которую вы можете отоварить в любом из наших магазинов. Мы принимали участие, принимаем участие и будем принимать участие во всех проектах совместно с «Европой плюс». Спасибо большое. А я, пользуясь случаем, хочу порекомендовать всем покупать корма в магазине «Все для животных». Очень хороший магазин. Победительница на друзей четвероногих богата. Дома живет акцией «Кот на 3000 рублей». Таков суперприз. В сети магазина «Все для животных» можно разгуляться. Корм, игрушки, домик, новые миски. Этот Новый год четвероногие питомцы Елены встретят по-царски. Надо заметить, что «Европа плюс Орел» и сеть магазина «Все для животных» свой марафон акций и игр не заканчивают. Уже в январе вас ждут хорошие подарки и интересные программы. Татьяна Суворова, Денис Еременко для программы «Оперативный эфир».